Всем большой привет! Сегодня готовлю сырные шарики. Такие шарики получаются хрустящие снаружи и с нежным плавленым сыром внутри. Для начала взбиваем белки вместе с солью до пышной белой массы. Добавляем муку, разрыхлитель теста и перемешиваем. После чего добавляем сыр, натертый на мелкой терке, и еще раз хорошо перемешиваем. Далее вымешиваем руками. Руки смазываем растительным маслом и из полученного сырного теста формируем шарики размером с грецкий орех. Теперь нам нужно каждый шарик обвалять в панировочных сухарях. На плите раскаляем растительное масло и обжариваем шарики во фритюре до золотистой корочки. Готовые шарики кладем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Шарики получаются не только красивые, но еще и с хрустящей корочкой и расплавленным сыром внутри. В моей семье их любят кушать с кетчупом. Вот такой простой и быстрый у меня сегодня был рецепт. Пробуйте, готовьте и пишите свои отзывы у меня в комментариях. Я буду ждать, я все читаю и всем стараюсь ответить. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заглядывайте ко мне в Instagram, ссылку оставлю в описании под этим видео. Присылайте свои фотографии. Ну и всем пока-пока!